Привет, друзья! Тяжелый ударно-транспортный дрон «Перун» получили войска России. Дрон разработан бывшими военнослужащими подразделений «Вагнер». Неясно, сами ли военнослужащие собирают дрон из иностранных комплектующих, или это готовая конструкция. Как сообщается, программное обеспечение у дрона российской разработки. На видео можно увидеть транспортировку солдата дроном, а также установленный ПТРК «Фагот» на дрон. Ранее мы эти испытания показывали. Сейчас дрон проходит испытания по доставке грузов военнослужащим. Его также можно использовать для эвакуации раненых, разведки и сброса боеприпасов. Дрон может в тыл врага доставлять десантные группы. При дальнейших испытаниях на дрон «Перун» планируют закрепить пулемет и установку для запуска неуправляемых авиационных ракет. Грузоподъемность дрона до 200 кг. Цена и прочие технические характеристики не сообщаются. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.